Рассмотрим настройку сети. Запустим терминал. Я ставлю профиль для того, чтобы лучше было видно. Перейдем к роли администратора. Стандартным средством управления сети раньше были две команды: ifconfig и route. Route показывает роутинг. Минус N он отключает разрешение DNS. Итак, давайте посмотрим, что дают эти команды. Ifconfig выдает список интерфейсов. Ну, на данный момент у нас тут три интерфейса. Lo – это loopback интерфейс. Этот интерфейс присутствует во всех Unix. Он показывает на текущий хост. Это специально для того, чтобы программы, работающие на локальном хосте, могли взаимодействовать с собой через сетевые соединения. Дальше у нас сетевой интерфейс. Раньше они стандарт назывались, скажем, Ethernet S0, S1, S2 и так далее. Сейчас применяются более сложные наименования. Наименование выглядит таким образом. Вначале идет тип интерфейса. В данном случае это N означает Ethernet. Ethernet Network, а дальше как этот интерфейс подсоединен. В данном случае у нас подсоединение смотрится по PCI шине. PCI 0 это нулевая шина, S3 третий слот на нулевой шине. Данное наименование удобно, например, для серверов, когда у нас ход своп карты. Мы можем перетыкать, вставлять новые карты. И если раньше нумерация шла по тому, какая карта первая поймалась в биосе, то тут у нас привязано к месту карты. Мы поставили новую сетевую карту, и нумерация не поменяется. Ну и вот тут у нас интерфейс, виртуальный бридж. 0 это внутренний интерфейс, который запустил у нас сам VirtualBox для внутренних своих нужд. Его можно использовать, сам VirtualBox его может использовать для внутренних нужд. Мы его вообще рассматривать не будем. Route это у нас показывает роутинг. Минус N, чтобы DNS не использовать. Итак, у нас тут следующие. Сеть 0 с маской 0 – это все хосты в интернете. Они подключаются через интерфейс Ethernet-овский. Шлюзом служит данный хост. И если у нас пакет отправлен в сеть, отличную от локальной, то он проходит вот по этому пути. Второй путь – это путь для локальной сети, в которой находится наш компьютер. Это номер сети, это маска сети, это шлюз. Шлюз в никуда. И через тот же интерфейс. И тут у нас наш внутренний интерфейс для VirtualBox. На него мы тоже не обращаем внимания. На самом деле данные команды морально устарели. Они не воспринимают многих тонкостей настройки IP-соединений в современном Linux. Поэтому используется пакет IP-Route2 и команда IP. Команда IP. Она имеет очень большое количество разных опций. Ну, например, мы можем посмотреть
собственно, линки. Вот у нас даже тут больше уже информации. Линки — это, собственно, в данном случае физические соединения. Можно написать полностью шоу, одно и то же. Можем добавить опцию минус S, сюда опцию, опцию минус S, где статистика добавляется по каждому линку, сколько послано и получено. Transmit послано, receive получено. Байт, пакетов и так далее. Собственно, работа с линками для чего служит? Для того, чтобы поднять, опустить линк. Ну, в данном случае вот у нас state линка, этот линк up, этот всегда поднят, state unknown, а эти линки down, они отключены, они не используются. Собственно, линк используется для управления этим состоянием. IP-адрес. Тут у нас, как в конфигурации Cisco, скажем, можно задавать не полное написание, а вот, скажем, IPA достаточно будет. Или IP-адрес шоу и так далее. Какая тут информация? Название интерфейса, опции, что он может быть broadcast, multicast, он поднят. Это у нас адрес, MAC адрес. Это broadcast-овский MAC адрес. Это сетевые адреса IP4 и IP6. Вот такой адрес. IP4, это значит у нас IP-адрес хоста. IP-адрес четвертый делится на две части. IP-адрес сети и адрес, собственно, хоста. И вот этот так называемый префикс показывает, сколько бит отдается под адрес сети. Это широковещательный адрес broadcast. Ну, вот это вот IPv6, это линковский адрес, он локальный адрес в рамках локальной сети. То есть из интернета с ним нельзя связаться будет. Ну и следующее — IP-route. Это роутинг выдает то же самое, значит, у нас кратко показывает, что эта сеть идет через данный интерфейс. Метрика и так далее. Значит, каждый IP адресация прописана для каждого интерфейса. Мы можем посмотреть конфигурацию интерфейсов в конфиг-файлах. Тут такая вещь, что стандартизации нету. Каждый Linux делает свое конфиг-файлы, где лежат конфиги. Тут мы сейчас будем смотреть именно конфиг-файлы для Red Hat. У него своя специфика расположения конфигурационных файлов, отличная от других Unix-ов. Значит, перейдем от стара sysconfig. Тут у нас каталог Network Scripts. LS-F. Каталог Network Scripts. Вот у нас
тут в каталоге набор чего у нас? Это некие функции шеловские, это у нас скрипты для того, чтобы поднять и опустить интерфейсы. И вот и в КФГ это описание интерфейсом. Давайте мы cat и в КФГ лупбековский интерфейс посмотрим. Вот описание девайса, адрес, маска, сеть и так далее. Onboot — это при загрузке он запускается. И Ethernet-овский интерфейс тип Ethernet по DHCP и так далее. То есть вся нужная информация у нас выдается. Давайте посмотрим, как можно манипулировать ими с помощью команды IP. Вот, собственно, есть два типа варианта подъема интерфейсов. Это с помощью Network Manager, который мы будем смотреть, и с помощью внутренних скриптов дистрибутива. Network Manager — это все стандартизованная вещь, им удобно поднимать интерфейсы, но скрипты дистрибутива на данный момент имеют больше функций, которые для хоста домашнего и не важны, а вот для хоста серверного нужно. Кроме того, мы можем посмотреть с помощью утилиты netstat коннекшены активные. Сейчас. Это медленно у меня работает из-за каких-то проблем с DNS. Значит, это стандартная утилита для просмотра соединений с локального хоста. В комплекте с IP-рутом идет утилита SS, которая заменяет netstat. У нее больше возможностей. Ну и плюс к этому мы можем посмотреть открытые порты и кто работает с помощью стандартной утилиты LSOff, которая показывает все файлы открытые, все программы, работающие с этими файлами. Нас интересует, скажем, TCP-соединение. Вот мы смотрим тут, какая программа работает и какие сокеты она слушает. Вот так вот. Итак, давайте мы посмотрим IP линк, статистику линка мы смотрим таким вот образом и посмотрим IP-адрес. Вот у нас IP-адреса. Роутинг мы с вами уже смотрели. А теперь попробуем пропинговать. Ну, давайте пропингуем ваш локальный компьютер. Вы посмотрите адрес вашего локального компьютера. И пропингуйте его. Пинг.
Ну, или вы можете еще пропинковать ваш локальный компьютер, но в рамках этой сети. Здесь вот я свой пингую, скажем. Он пингуется. С помощью ifconfig, как мы помним, информации много меньше. Давайте мы добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу. IP адрес добавим 10.0.0.10.24 dev. Вот наш, мы левой кнопкой выделили, средний вставили. IP адрес. Вот у нас два адреса появилось на интерфейсе, совершенно различных. Ну, для этого адреса вообще ничего не сконфигурено, поэтому реально внешняя сеть у нас работать не будет. Ну, как пример. Ну, и опять же, через ifconfig мы видим, что он смотрит только один адрес. Вообще, вот эти вот несколько адресов можно рассматривать как алиасы интерфейса, то есть интерфейс содержит в себе несколько интерфейсов. Для конфигурации сети нам нужно, кроме IP-адресов, еще знать DNS-сервера и имена хостов. Для этого у нас есть файл etc/hosts. Hosts. В этом файле указано разрешение имен, то есть IP-адрес и имена. Имя, полное имя с доменом. И вот имя знаменов, несколько видов. Это, естественно, не очень удобно. И у нас есть вот такой файл resolve.conf, где прописаны name-сервера. Search – это как осуществляется поиск по доменным префиксам, если вы написали не полное имя, а только имя компьютера, и сервера доменные, которые используются. Поскольку у нас генерится этот файл Network Manager, то при переключении сетей этот файл перегенеряется. Таким образом, записывать в него ничего не нужно, потому что в следующий раз все изменится. Но мы можем добавить некоторые настройки, поскольку мы управляем с помощью Network Manager, в настройки Network Manager. Если вы будете управлять с помощью скриптов по-старому инициализировать без Network Manager, то добавляется информация вот в этот скрипт. Впрочем, если вы это будете делать, вы и сами будете понимать, что делаете. Ну и для управления именем скрипта применяется команда host control, host name control. Вот она выдает информацию. И мы тут можем поменять хостнейм и так далее. Разную информацию о хостнейме поменять. Итак, давайте мы конфигурацию сделаем с помощью Network Manager. При работе на сервере, конечно, у вас доступ к консоли. И самое удобное – это управление с помощью команды nmcli.
вот она выдает информацию. Тут у нас меняется некоторым образом вся терминология. Мы задаем в Network Manager соединение, коннекшены. Это как бы логическая вещь, в которой описывается, как подключается компьютер. Вот мы можем посмотреть, какие тут соединения. Вот у нас соединение по умолчанию. Вот оно, Ethernet-соединение. Давайте добавим соединение и назовем его DHCP. Тут опять же мы можем не дописывать, кон написать вместо connection. Это conname. Как видите, по табуляции он conname. Мы можем писать в кавычках. Ну, почему? Потому что если мы работаем в консоли, в командной строке, мы ожидаем, что у нас название будет без пробелов и без специальных символов. Мы название можем задавать и с пробелами, и специальными символами, как угодно. Поэтому для того, чтобы это скрыть, мы в кавычки. Тип – это Ethernet. И интерфейс – это вот наш интерфейс. Вот этот вот. Вот добавили соединение. И добавим соединение статическое. Conname static. Для статического, естественно, нужно полное описание, то есть интерфейс. AutoConnect No, Type Ethernet, IP4, это и адрес соединения 10.0.0.10.24 и Gateway 10.0.0.1. Вот создали еще. Давайте посмотрим наше соединение. Вот у нас наше соединение. Как видим, что наши DHCP и static соединения, они существуют, но они не активны. Можно поднять соединение, скажем, static. NM CLI connection up static. Без кавычек я написал, потому что из одного слова вот так вот поднялось. Теперь static. Ну, давайте посмотрим IP-адрес. И видим, что у нас поменялась адресация на ту, которая была прописана в этом соединении static. То есть вот эта адресация. Давайте мы теперь поменяем на DHCP. Connection up DHCP. DHCP поднялось. IP. И вот мы увидели, что теперь у нас адреса те, которые получаем мы по DHCP. С помощью NMCLI можно управлять соединениями, добавлять, убирать параметры. Ну вот, скажем,
мы можем задать, что это соединение автоматически подключается, автоматически выключается. Connection, mod, модификация, modify, static. И вот, скажем, зададим connection, autoconnect null. Или yes. Если yes зададим, то это соединение будет по умолчанию включаться. No – это то, которое по умолчанию будет включаться. Чудесным свойством данной программы является то, что в разных подкомандах идет разный синтаксис. Я думаю, это из-за того, что данная команда развивалась не одним человеком, а организацией, поэтому каждый человек вносил какую-то очередную глупость. Давайте мы добавим в статик DNS-сервер. IPv4 DNS 10.0.0.10. Заметили, да, у нас в одном месте IP4, в другом IPv4. Вот это, я думаю, проблема именно как раз того, что делалось большим коллективом. И когда большой коллектив делает, всегда несогласованности идут. Мы можем добавить еще один DNS-сервер, для этого нам обязательно плюс поставить, без плюса он просто заменится. Ну вот, скажем, DNS-сервер гугловский добавили. Ну, вот они, наши коннекшены. NMCLI запустили, и у нас посмотрим Shift Page Up. Слишком быстро поскочил. Вот у нас наши соединения. Итак, как я говорил, мы можем заменить IP-адреса. У нас у статика адрес был один, а мы добавим сейчас другой, скажем, IPv4 адрес, ну и поставим вот такой. Ну и добавим еще один адрес. Десять, двадцать, тридцать, сорок. Подключим. Up. Static. IP-адр, и увидели, что у нас вот наши адреса. Это первый, он заменил адрес, который был у этого статика, и второй, который, собственно, добавили мы. Данные команды очень удобны, очень быстрые, но у них высокий порог вхождения, поэтому вы можете на сервере работать с помощью программы NMTUI. Значит, CLI – это Command Line Interface, а это Text User Interface. Вот такая вот вещь. Вот они, наши соединения. Static вот описаны.
Ну и самый простейший вариант это проводные соединения, параметры проводных соединений. Сейчас запустится. Это у нас управление в графическом интерфейсе. Вот в таком виде все это выглядит. Вообще, конечно, ну вот скажем, вот мы можем посмотреть конфигурацию. У нас сеть фактически не подключена, поэтому он пытается что-то в сети посмотреть и не может. Этих параметров достаточно много. Все эти параметры можно управлять с помощью командной строки. Ну или переключимся на этот интерфейс. Вот так вот. Вообще, Network Manager вначале создавался для работы с Wi-Fi. Ну, потому что если у нас сетевая сеть, сетевое соединение установлено, оно практически не меняется, а вот Wi-Fi может меняться достаточно часто. И поэтому вот такой графический интерфейс достаточно удобен. Ну а командный интерфейс удобен именно для управления сетью на локальном компьютере, на сервере.